Нет, ты играешь против... Я бы, знаешь, от кого избавился? От Начнешь с профита. А я бы от Инвокера, наверное, избавился на всякий случай. Инвокер, да, когда Миракл есть на карте, но Начнешь с профит — это, в принципе, сигнатурка для майн-контрола, и они Ликвиды очень любят его собрать как раз именно вот где-то на 3-4 пик. Эмбер Спирита убирают. Секреты. Интересные баны, конечно. Я бы брал Nature's Prophet, но здесь он неплохо смотрится. Ну, нет, наверное, посмотреть на героя Team Secret, потому что у них будет первый открывающий пик второй стадии. А потом... Его все равно не забанят до пятого бана. Минус Виномансер. Ну что, посмотрим? Веник противный. Чем собирается играть Пупей? Такие вспомогательные герои. Куров никто не показывает. Сейчас любят так до последней стадии дотянуть. Желательно, чтобы вообще ласт пиком можно было законтрить, как это сделали, например, Ньюби с этой медузкой. Бэтрайдер. Бэтрайдер означает, что Клок не будет оффлейнером. Бэтрайдер для Киеза. Да, Клок в ботинке будет бегать прям, наверное, с первых минут, пытаться искать жертвы. Посмотрим, как это у него получится. Но вообще, мне связка Клоквер-Коттл как-то не очень нравится. Это она довольно-таки слабенькая. Но на Чаш Профи ты уже не хочешь спекать. Есть Клок, есть Бэтрайдер. Да, может быть, Легион какая-то опять? Чтобы подснять Бэтрайдер? Легионка хороша. Она и в оффлейне будет неплохо стоять. Там Коттл довольно-таки слабый. Пак. Вот, пак в оффлейн, наверное, поставит, скорее всего. Вряд ли это для Миракла. Это, наверное, все-таки будет для майн-контрола. И от Клокверка уходит, от его гангов, и от котла. С котлом может размениваться, потому что все-таки сильные очень статы у пака. Да и ресурсов на него нужно очень много тратить, чтобы убить его. А убить Слушай, его нечего. А дроу рейнджера здесь не может появиться опять? Дровка вряд ли. Дровка вряд ли. Мне нравится тычка у шадоу шамана. Дикая у пака тоже появляется. Дровка. Сайлент здесь тоже очень сильно контрит. Конечно, Клок есть неприятный герой. Да нет, всегда есть форстав. Все-таки дровки играют через пику, через форстав. Но лучше какого-то танка еще взять. Все-таки мета танковая. И для... Может быть, даже что-то из серии... Вот Инвокер. Инвокер появляется. Для Медвана. Медван не хуже Миракла играет на Инвокере. Этот парень может. Все-таки 10к это и есть 10к. Что-то из серии может быть даже пак плюс лайфстиллер для Матумбы. Вот как-то так. Ой, у Матумбы очень широкий пул. Может на чем угодно отыграть. Пул широкий. Но мне нравится инфес-бомба здесь. Инфес-бомба очень круто будет смотреться. Поэтому лайфстиллер довольно-таки неплохо и очень круто против героев Team Secret. Очень в хорошем расположении духа ребята из Team Liquid. Показывают нам их, веселятся, смеются, обсуждают пик. Рано радуйтесь, как говорится. Так а что им? Они себе место в венерах гарантировали, так что... Да нет, в хорошем настроении нужно подходить. Зачем с унылыми лицами приходить играть? На минус морали. Ну, поддерживать, чуть пошутил, игра началась, собрался, играешь. Бродмазер. Ага. А, вот герой для Матумбы. Интересно. Хотя вроде как есть Коттл, Клокверк и Бэтрайдер. Да ничего страшного, просто этот... Ну а чем его гонять? Опять же, Бродмазер, она стоит на халяву. Там Коттл, там Клок. Эти герои не могут убить Бруду. Пак в мидл, значит, для Миракла будет. Тут и Бруда в мидл может пойти. И Бруда в мидл может пойти тоже для Миракла. Не-не-не, для Матумбы. Матумбы играет для Матумбы, да-да-да-да-да. И Миракл тогда на первую позицию пойдет, все верно. Очень разнообразные у нас пики все-таки демонстрируют Team Liquid. Широченно у них пул у их команды. Минус Phantom Lancer. Team Secret. Ну да, тут слишком много было бы. Пауки, иллюзии. Все это надо останавливать. Есть, конечно, Коттл всегда. Замечательно с этим справляется. Пул здесь не будет свободной жизни. Играя против Найтсталкера, огоним можно не собирать. Team Liquid. Пятый бан. А Свен в бане уже? Может быть, Свена кого-то убрать? С
Вена. А что, БКБ собирает, плэшом уничтожает, паучки тоже разлетаются. Можно и с Вена. Лишний станчик. Свен нравится для бана. Ну, для пика, понятно. Секрет тоже. Времени не осталось. Свен. Аналитика. Аналитика, красавчик. Ну, не, ну, против Бруды все верно. Против Бруды и так он то при блокинбаре всех тут режет, рубит. Поэтому и Свена можно и в мидл против Бруды поставить. Ну и кого взять как кора? Эмбер Спирит в бане, Лансера тоже убрали. Свен недоступен, Ликантроп тоже. Какой-то сильный кор. Времени уже очень мало остается у Team Liquid. Я даже не могу предположить, что появится. Думаю, они знают, что пикают. Это Лайфстиллер. Это Лайфстиллер тот самый. Решили Бурду взять, а потом Лайфстиллер. Лайфстиллер хорош. Да нет, пик такой крутой, балансный, мощный. Набегать будут и стирать прям ликвиды, прям на драку, и на исполнение. И пуш-потенциал очень крутой. Варды, шадоу шамана, пауки, лайфстиллер с каким-то дизолятором, да. Керасы заходят на хайграунд, просто уничтожают строение моментально. Да, если кого-то котла там или инвокера ловишь, то ты спокойно можешь сказать. И бристлбэк, да. Тот самый бристлбэк под котла. Ты тоже был прав, Витюха. Ну что, не знаю, драфт ликвидов, ну, мне больше нравится. Не знаю, как это все будет исполняться у секретов, но герои у ликвидов посильнее. Вот, тут показывают Миракла там. Да, Матумба на Бруде уже, Миракл будет играть на лайфстиллере. Очень серьезные ребята. Да, это Куроки дает последнее наставление. Пупе, я думаю, сейчас то абсолютно то же самое будет делать. Красивые нам сеты демонстрируют. Да сейчас герои. Не, очень смешно, на сталкер сет. Зачем вот эту шляпу им придумали? Он уже не выглядит так угрожающе. Устрашающе. Не знаю, вот с новыми сетами я вижу Shadow Shaman, он в размерах увеличивается в два раза. С этими огромными палками, шляпой. Инвокер этот темный, летающий скат. Ну, уже смирился. Летающий скат, да. На вайпере летает. И он такой довольный еще. У нас этот скат летает на заднике, на аналитике, видел? Не. Ну вот посмотри, как аналитик, кстати, раз включится, там этот скат плавает. Ну что, секунд 10 еще. Я-то уже не 10, уже поехали. Уже начинаем, сейчас у нас батл левелы показывают. Mind Control 1999. А, он решил не получать, а этот Роша на фигурку, я так понимаю, там 2000-й нужен. Да. А говорит, останусь я с Эйгсом, пожалуй. Ну что, let's go. Телепорт моментальный у нас от обзора наверх. Пойдет сразу блочить спауны. Ликвиды никуда не спешат, никуда не хотят идти. Ставится вард, успеет отсюда уйти и обзор. Никто его не спалил. Ой, интересное противостояние, конечно же, будет. Ликвид, Секрет. Сильные команды. Liquid в этом сезоне. Или, наверное, даже правильно будет сказать, в этом году. Три лана подряд они выиграли. Да. В которых причем в двух защитили титулы. Dream League, Эпицентр. Двукратные чемпионы подряд. И по игре одни из главных претендентов на первое место. Пока что. Не люблю вообще прогнозы. Я тоже не люблю эти прогнозы делать. Я говорю просто, вот, ну, по игре на данный момент, да, что они очень сильно играют. В какой-то момент, говорил, FNG International ломает все это задумки, игру. Есть Dota 2, а есть ломает все. The International. Приходишь, и ты вроде как фаворит, как когда-то Пупей приезжал ярко выраженным фаворитом с Team Secret, и в очках они выходили на сцену, а потом... Оп-оп-оп. А потом уезжал. А потом уезжал, да. Оп, 19 голды. Джаш, бежать, больно, слушай, второй стак пошел. Можно было гнаться, мне кажется, еще пару стаков дать, но... Да не-не-не, ну... Баунти рунка уже появляется. Сталкер не такой медленный герой, чтобы эти стаки его прям сильно как-то замедляли. Там терн рейд. Ну, он бежит по прямой, куда ему терн рейд? Поворачиваться не надо. Бежит и бежит. Ну что, что у нас будет на миде? Котл.
с сентрями уже пришел. Все понятное будет. Дело, сейчас будет пытаться законтрить здесь Матобу, но Найтсталкер уже рядом. Начинают подгрызать друг друга, ну, харасить Брудум. Хотя, слушай, получается нормально, у Мидвана с руки, так что... Матумба на начальной стадии, понятное дело, будет страдать, потом, когда паутинка проапается, все это хорошо. Джаш. А он пытается Рошану, что ли, отдаться, или... Он умрет сейчас. Да, тут что, буквально пару тычек. У него еще стики что есть. Что это за мансы? На развороте. Пупею сбил Кларити, Джаш. Еще одно Кларити пошло. Волной хочет убить его Климент. Но потом отъедается Джаш. Не получится. Джаш очень хорошо контролирует свой ХП, еще 4 стика. Вард поставил. Что происходит? Джаш просто убегает. Котл очень быстрый герой. Он может догнать. Ну там же вышка. Там же вышка. Но он не убьет. Что ж ты так выдохнул, ты Витян? Я прям заволновался за Джаша. За кого, за Джаша? А за Климента не волнуешься? Ну, что Климент, он что? Климент не убийца, что с него волноваться? Он мог либо пролить первую кровь, либо не пролить. А вот Джаш мог погибнуть. Убийца. Убийца. Восемь три у Бруды. 9-1 у инвокера, ровненько стоят. Ну, сейчас Бруда будет наглеть все больше и больше с левелом. То есть сейчас появятся паучки. Слушай, Mind Control разминает MP. Матумба уже с пауками, сейчас можно разминать Мидвана. Они его начинают подгрызать, почему подгрызать, еще не уверен. Они его сейчас до хайграунда будут провожать. Смотри, как больно. Есть торнадо, пауки приземляются, можно парочку убить, но сейчас они отрегенятся. Понимает прекрасно Матумба то, что здесь стоит вард. В идеале, конечно, его сломать. Не видели. Выбить деньги из котла на очередной вард. Ой-ой-ой, Мидван, у него кулдаун, у него только колдснап есть, и это фестблад. Да, Матумба съел инвокера медле. В одного под вардом ничего ему не помешало. Да, без помощи, конечно, здесь инвокер будет очень страдать. Дабл килл от MP, очень приятные фраги для оффлейнера. Да далеко, по тауэр пошли, пытались его забрать. Тут Пупи оказался своевременно. Слушай, но... Если Бруда сейчас быстренько апнет 6-7 уровень себе, то инвокеру там вообще в одного появляться будет нельзя. Уничтожит его. Ну, там какой-то Soul Ring сейчас появится, с манной проблемой. Soul Ring уже есть. Сейчас еще Blightstone появится, а инвокер... Мы прекрасно знаем, что это парень не армированный, хоть он и взял себе базил. Но под Blightstone там будет... Очень больно. И потом в Radiance уже выходит. Все, у Матумбы продумано. Уже наперед. Сейчас еще появится очень много сеток. Сейчас он будет выфармливать еще Эншентов, Крипов. Так что Бурда здесь будет себя чувствовать очень комфортно. Бешеный старт для Матумбы. Снизу. Кто? Миракл. Убежать отсюда? Доедает здесь. Короля можно еще и рейнджового крипа убить. Чем и занимается Миракл. Сейчас рейнджовые крипы это важно. Слишком много экспириенса за них дают. Приятно, когда их динает. Куро. Выход в мид. Мидван торнадо, есть хекс, должна быть сеточка, наверное, а сеточки нет, Кура получает колдснэп, Кура сейчас погибнет, по-моему. Там только хекс. Странный тогда выход был. Надеялись, что хватит дэмэджа. Задувка не попадает по паукам. И Матумба отступает. Пауки быстро выхиливаются, Матумба уже 5 уровня, почти 6. А в это время пытается зафокусить MP. Там сейчас еще один кулспрей попал бы по мейн-контролу, погиб. MP отпивается... Фласочка, и все у него замечательно. Да, сбивает ему фласку, но это не важно. Самое главное, это что он выжил. И Джашу надо отсюда бежать. Да, там спам идет хороший. Убежит Джаш? Да. А может и нет. А может... там еще и пак чуть не подставился. Пака 10 стиков. Но нет маны совсем. Пытался MP прострелить через лес. Хватило рейнджа у Квиллспрея. Да, слишком все хорошо у Бристлбека. Мы нахваливали Бруду, все у Бруды замечательно, но вот здесь MP, который сделал уже даблкил, потом без смерти сделал еще один фраг на Найтсталкере. Не получится, мне кажется, MP убить, вторая спина уже... Они его отгоняют просто, конечно, не получится. Там и Пурман Шилд, ой, и Стол Шилд. Там много регена просто. И реген. И как раз Шрайн откатился, поэтому они сейчас все потратили манку, а он пойдет и восстановит хитпоинты от Шрайна. Курон нужна сетка. Была бы сетка в медле, убили бы инвокера без проблем. Да. Сетка есть.
Так, как дела у Мерок? На Нетворске переключусь. Посмотрим, что там вообще. Да, Бруда топ-1 по Нетворсу на 1000 обгоняет уже инвокера. Ластилер тоже хорошо идет, прекрасно понимает, что Батрейдером ничего сделать здесь не может. Даже при помощи клокверков. Поэтому спокойно Меркл уфармливает, уже имеет фейсбуцы. И к Батрейдеру здесь... Будет плевок. Матумба. Пытается добраться до Мидвана. Загрыз его. Можно переключаться на пупе, но здесь рядом Ябзор. Поэтому надо быть аккуратней. А вот Ябзора можно погрызть. Батареечки будут уходить в пауков, поэтому Матумбе не страшно. Выходить из скоков не хочется. Хорошая задовка от котла. Сбрил много пауков. Еще одна ракетка, но вот уже выход мидл. Матумба регенится. Седьмой, почти восьмой уровень. Уже медалька готова. Дальше обозначил себя Рейденс. На самом деле, это огромный минус для Team Secret, потому что давление идет на Мидвана, на главного плеймейкера команды. А без Мидвана играть неприятно. Но это инвокер. Инвокер может... Это инвокер, именно что это инвокер. Инвокеру нужно очень хороший старт, чтобы у него появился этот быстрый мидас, и он там начал сразу получать какие-то левела и итемы, да, чтобы у него там аганим быстрый появился. А когда он стоит и у него ничего нету, в начале, то он очень долго в игру будет возвращаться. Соответственно, он очень долго ничего не будет делать по игре. Что уровень есть. Купил досты, чтобы замедлять Матумбу, если вдруг очередная атака по нему будет. Лайфстиллер добрался до 6 уровня. То есть есть уже инфест. Матумба очень осторожно играет. Так все правильно делает. Зачем? Такой классный старт. Мидван. Ну, он себя вообще не подставляет. Мидван, по-моему, убьет здесь Джаша. Cold Snap. 5 стик, все. Все, оно умирает. Слишком много урона. Слишком много урона. Кизу забирает килл. Изо. Просветил эншентов. Не пошел из-за этого Матумбы их фармить. Я думаю, сам Хизу... Сам Хизу не рискнет идти фармить эншентов. Куро. Третий уровень. Маловато будет. Майн Контрол только-только получил 5-й. В то время как МП уже 6-го. Получил ультимейт, и сейчас может... Если Кура сейчас выйдет и подставится, МП его уничтожит. Как же он фармит? Как же он фармит? Нетворс равен своему мидеру. Как же он фармит? Еще раз скажи. Как же он фармит? Хорошо. Тебя тоже надо анонсеры добавить. Ябзор. Ябзор погибнет. Погибнет. Ябзор погибнет, и Тауэр очень сильно будут сейчас пробивать ликвидов, потому что очень много крипов здесь со стороны Дайр, и Тауэр будет страдать. Есть ТП от Бристлбека сюда, Мирку придется отойти, пока он ничего противопоставить не может. Куро попадает под задувку, и Сезаршок, конечно же, подходит сюда еще и Мидван, но это фраг на Куро. Подтянул сюда майн-контрол, но помочь он ничем не может. Ну так, конечно, не стоит подставляться, не стоит отдавать вот такие халявные киллы для Мидвана. Потому что все-таки подфидил он знатно в начале. Ну, не то, что подфидил, просто не смог ничего сделать этой Бруде. Бруда, конечно, на голову сильнее. Инвокер в миде, один на один. Появляется талант на плюс экспириенс у Матумбы. Он начинает фармить эншентов. Сейчас будет очень быстро апаться с получением рейденса. Начнется бешенство по карте. МП попадают в арбои. А что дальше? А дальше ничего. Вы не можете ему сделать. Стики заряжаются. У него два кольца регена плюс Soul Ring. Приходится ставить Dream Coil. Silence. Бристлбек вообще не напрягается. Можно скушать стики сейчас. Есть в любом случае. У него два кольца есть. У него есть два кольца, да, он и так нарегенится. Мидван пытается попушить мидл, но пока атаки не хватает. Выход на Мидвана. Вгрызаются. Надо давать торнадо. Там что-то Матумба решил крипа погрызть. Пытаются ЕМП. Матумба пытается уйти. Власос зацепили, затащили под ЕМП. Хватит ли дэмэджа? Вот в чем вопрос. Сейчас на Хезу переключаются пауки. Они просто сгорят. Матумба поднимается на хайграунд. Выживет Мидван. Тычка с руки. Ракета. Ой, ракета не попадает. А там как ракета закончились была? Досты. Закончились досты, его просто не видно. Все равно ракета есть ракеты. Я на ракету второго уровня, кстати, у Ябзора. Миракл, почти мидас. Все неплохо. А почему бы нет? У тебя все замечательно в мидлейне. Сам ты тоже можешь пофармить. Сейчас Бурда получит Радианс, начнет сплитпушить. Все внимание будет на ней. Отвлекаешься, она тебя сносит. Гоняешься за ней. Миракл продолжает фармить. Все просто. Проблема с хитпоинтами.
Взлетает ракетка, кстати, нормально пробивает пауков. Что, Мидван потихоньку свой мидас получит? Да, уже 11 минута. Обычно к этому времени мидас у инвокера готов. Но не тот случай. Джаш. Ему оставляют линию. Возвращаются пучки. Рядом еще Ябзор. Выход на Мидвана. ТП от Пака. Хорошая торнадо. Есть сайлент замедление. Будет Дримкойл, понятное дело. Ставятся коги неплохие. Матомба, плевок. Мидван все равно выживает, а пауки все погибли. Еще одна задувка от котла. И тут уже 5 персонажей Team Secret. 150 хп Мидвана осталось. Мидвана, кстати, все неплохо. Нормализировал себе игру. Уже свиточек на Мидасу не появляется. Еще и вышку можно забрать. Да, и Тауэр забирают. Поддавили так эту бурду. Миди пришли сюда всей командой. Но у бурды 3800 денег. И уже есть релик. На 11 минуте. Кизу. Опасно. Сейчас Firefly закончится, и Матумба может его погрызть. Ну нет, там еще долго. Еще половина времени. Там долго, он очень быстрый. У нее Windblaze, у нее барабаны. Так что вряд ли как-то смог его замедлить с этой первой пассивкой. Так, что у нас с Миракла? Появляется Мидас. Выходит он в армлет. Дефолтный на Ластиллера. И хочу посмотреть, что у Пака. Майн контрол, 1700 денег. Скоро начнутся инфес-бомбы. Да. Меньше шансов будет у Мидвана, если там еще и Миракла присоединится. То есть он под рейджом, он не будет взлетать в торнадо. Тем самым сможет наносить дэмэдж. Ванды вешает, и у Мидвана шансов уйти 0. Котл. Купил себе уже баклер. Фармит крипочков в лесу. Слушай, ну у Пупея вообще все хорошо. 8,5 уровень. 3000 нетворца — это практически столько же, сколько у Пака. Пупея все отлично. Будет готов Вейл сейчас. Пака. А Даггер-то когда? Даггер-то когда? Даггер нужен. Без Даггера, значит, будет играть пока что. Под Вейлом. Можно, конечно, с арбы врываться, но... Ну, Вейл будет помогать хорошо пробивать Бристлбэк, как раз парень с подхудом, которого очень трудно пробить. Ой, забрали раз, но топик. Кура. Кура очень много фидит в последнее время. Он хоть и капитан, я все прекрасно понимаю, координировать там надо, но столько фидить не надо. Если ты капитан, имеешь полное право. Нет. Да. Нет. Ты когда-нибудь был капитаном? Капитаном? Да. Нет, поэтому не фидил. Вот. Подходит сюда Джаш. Есть ТП. Можно выйти на Мидвана и попробовать его убить. Есть выход на Мидвана, он в инвизе. Да что, начинать? Нет, куры рядом. Еще одно ТП, наверное, надо. От Пака сюда, чтобы Дримкойл поставить. Есть врыв. Еще из ванды. Пытаются съесть. Эзершок и Мидван пытаются уйти, но нет. Не отпускают его отсюда. И теперь можно и обзор. И обзор еще. Взлетает. Без мана остается Джаш. Батареечки по нему бьют. И обзор уходит на хукшоте на своего тиммейта. Я за его подсейвил, скажем. Ну, фраг важный. Опять забрали инвокера. Рейденс уже готов. Это 14-я минута. 500 сверху. У Матумбы сейчас будет еще и 15-й уровень. Да, фармит он, конечно, очень быстро. Пытается сдунаить вышку МП и сдунает ее. Красиво фармит, красиво. Ставятся варды. Вардами Миракл пытается спушить, ничего не выходит. Кизу полетел. Кура. 0-4. Судя по всему, так. Ванды. Якс. Но Кура все равно погибнет. Еще тычка с руки, стики, наверное. Отлично. Кура пока живет. Ракетка. Минус. Там Бристлбека в это время убили. Это намного важнее, мне кажется. И, по-моему, в соло это сделал у нас Матумба. Просгрыз его через второй ультимейт. Под медальку. Бристлбек очень не любит. Да, у него есть худ. Да, у него там будет вангвард, но у него маленькое количество армора. У него 5 армора. И под медалькой, под ультимейтом просто уничтожается в секунду. Так, ну если бурда продолжит в том же темпе, то в скором времени у Team Secret будут огромные проблемы, потому что она начнет драться в файтах 5 на 5. Останавливать ее будет нечем. Армлет появляется у лайфстиллера. Джаш. Не слишком ли далеко он сейчас находится? Взлетел. Попытка сделать тэп-аут. Торнадо. Очередная смерть Найтсталкера.
Если честно, не понял этого мова. Забрать ренджового крипа через Void и под Т3 вражеским делать тэп-аут. Может быть... Why not? Почему нет? Next level. Liquid. International 17. Есть Dreamcoil. Ура, Эзершок. Пошел Хекс. А дальше что? Дальше ничего. Пейта толстый. А дальше Клокверк. Дальше Mind Control начинает получать. Хукшот в кулдауне. Рядом находится Матумба. Ой, Mind Control недалеко улетел, то что может подстрелять тут. Очередная ракетка. Меркл тем временем забирает топ-тауэр. Выигрывают время для Меркла. Тут вся команда Team Secret практически. Да, хорошо разводит. Прожимается ночь. Горят крипы. Матумба уже 17-й левел. Только-только нам его показывали. А вот нам показывают, как Матумба убил МП. Ну да, да, ну просто под медальку сел. Ну всякие куски отрываются под медальоном. Ну просто. Что это? Как будто это не Бристлбэк, как будто это суппорт какой-то. Да. Джаш. Снова инфест-бомба. Снова на поиске кого-нибудь. Находит Ябзора. Сайленс. Изгрызает. Ну вот тут против лайфстиллера вообще шансов нет. То есть оставался минимальный ОМП. Здесь Бруда, ставится ЕМП, Матумба забегает, начинает сгрызать МП, не получается, его зацепили в лосо, есть задовка, стащили на хайграунд, Матумба сидит на хайграунде, его просветили, он спуститься не может. Но тут ставятся варды, защищают Матумбу как могут, Матумба выживает, но нет, все-таки даблкил от МП. МП, кроме Матумбы, ему никто ничего сделать не может. Сатир добивает у нас Пупея, просто вышел с дубины как дал. Куроку, Куроку, ТП. Ну, уйдет, по идее. Да, да. Ходит. Кстати, варды пофармить. Очень классный мув был от Кизу, просто на самом деле он эту драку сделал из-за того, что Бурду затащил на этот хайграунд. Если бы этого он не сделал, то Бурда бы съел всех. И Mind Control, скорее всего, тоже умрет, да. Запустил арбу, но прыгнуть не успел. Ну, хорошая драка, цикрика. Хорошая драка. Не получилось у Бурды поучаствовать. Что-то оказалось на хайграунде. Паучков вырубили очень быстро, там ЕМП, Раскаст, Инвокера и... Уки рассыпались. Ну а Бристлбэк покупает себе талисманов Эвэйжен в ближайшее время. Это означает то, что Бурде чуть труднее будет убивать его. Джекпот. Говорит Клокверк. МП становится очень толстым. Его здесь, конечно, сейчас пока пробивать нечем. Пластиллера только армлет. Сейчас он в Сен-Жен-Яшу будет собираться. И пока он там не соберет какой-то Monkey King Bar, там минут через 20 Бристлбэк будет непробиваемый. Даже уже медалька от Брудмазер не спасает. Будет смоук от Team Secret, да. Отправляются на поиски. Упей с Глиммером. Наши райны идут прям в наглую. Будет ставить вард сюда Климент. Джаш. Поймали, через Cold Snap быстренько разбираются. Ничего сделать не получилось. Но малой кровью отделались Liquid. Могли найти двоих, троих. Всех бы убили, наверное. Джаш просветил точку, где Климент поставил вард. Сейчас собьют его. Когда отсюда секреты уйдут. Так, что у нас у Матумбы появляется? Матумба. По идее, что-то к нему должно лететь. К нему летит вот Quarterstaff, да, это будет Mask of Madness. Мом будет собирать. Но ему надо как-то ограничить возможность Бэтрайдера выключать его из файта. Нажать мом. Нажать мом. И ты выключил из файта себя. Это почти то, что я и хотел. Услышать? Да. Ябзор. Так, там стычка. Ставятся варды. Очень больно Клокверку, его съели. Пошел МП. Грызается в Миракла под медалькой. Матумба. Приходится отходить. ЕМП его достал, он остается без маны. У него есть Олринг. Есть Олринг. Ставит готов сетку. Готов ворваться Mind Control. У него есть инфест бомба. Есть рыв через Сайленс. Попытка зафокусить Бэтрайдера. Очень быстро Бэтрайдер погибает. А Матумба бегает пока. Ну, его пробить не получается. Матумба пытался догнать котла, но котл настолько быстрый. Климент еще взял себе. А, он взял себе еще плюс 7 силы. Это 20 мовного спида. Но все равно, герой быстрый, его так просто в него не вцепишься. 25 дэмэджа берет лайфстиллер.
4 армора появляется у Клокверка. Ну, Клока поймали вот на этом ТП на шрайне, прочитали ситуацию Liquid. Да, и Клока поймали, инфест-бомба на батрайдера. Неплохо, вырезали, минус 2 сделали, why not. Миракл улетает отсюда. На шрайне вроде как отхилились Liquid. И можно сейчас прожать смоук, пойти еще раз подраться. Лейни задумал. Там есть смоук или нет? Да, есть смоук. Ликвиды готовы ворваться еще раз. Ставится паутинка. Снова находит Джаша. Снова лассо. И снова смерть Найтсталкера. Он так ничего не выфармит. Убивают просто каждые 2 минуты. Конечно, есть Матумба. Матумба-то все хорошо. Ну, такое себе, на самом деле, этот рейдинс только один. Ну, мом, медалька, фейзы. Скоро появится Блокинг Бар. Вот так находит вот. Ябзора и под минус армором. Хукшот пытается спастись. Ябзор просветил. Торнадо попадает. Но должен быть плевок, наверное, от Матумбы. Спрятали в глиммер. Матумба переключает внимание на Пупея. Уйти отсюда получится вообще или нет? Не факт. А, не тут факт. Еще MP подходит. Вижн заканчивается. Сайленс! И снова минус инвокер моментально через инфест-бомбу. Переключаются на Пупея. Пупей тоже погибнет. Задовку успел запустить, а Матумба все. Кизу надо ловить. Ловит Кизу. Поймали. Отлично. И сеточка. В живых останется здесь только MP. Но MP, кстати, может создать хекс, проблему. Хекс нужен. Курок нужно подойти. Хекс дать. Курок, Кура, ты где? Хекс на 2. Ж, схвати. Хексульку. Хекс. Отлично. И сетку. Хекс. Сеточку и бить в лицо. Ха. И Кура еще и выживает. Поздно как-то Кура подошел, на самом деле, Хекс очень давно открутился. Мог бы раньше это дать, и раньше бы все купили. Минус 4. Минус 4, у Батрайдер нету байбека, у Котла нет байбека. И на самом деле где? Где Кура? Кура и Варды. Там же Варды. А, Варды он поставил, по-моему, да? Уже? Варды... Зря он оттуда ушел, на самом деле. Он бы пришел, и сейчас Варды поставил, на самом деле, мидл потеряли бы на секреты. Ну, тут Т3 упадет, и еще 2 шрайна, то есть 1008 преимущество будет у Liquid, а это уже, в принципе, неплохо, с учетом того, что есть Миракл. Пытался дождаться кого-то, кто делает ТП. Ну, он думал, вдруг ошибку Климент сделает, да. И депортнется туда, и тут они его просто моментально хотели съесть. И убить. Матумба считается с блокинг-баром уже. В следующем файте ему будет намного проще, потому что никаких торнадо, ничего, что могло бы его остановить. Майн-контрол видит Пупея. Дримкойл уже откатился. Пупея ошибается. Сайленс, Дримкойл. Там гем. Да. Там гем у майн-контрола. Никакой глиммер. Ты не уйдешь, Климент. Выход на шрайн от ликвидов. Будут ломать. Дальше можно рошанчик какого-то забрать. Все как Миракл вообще одевается. Ему не хочет ни дезолятор делать, ничего. Просто сию, выживаемость. Выживаемость, атак спит. Какой выживаемость? Он просто доедал сформить себе после сержимеша. Он же почувствовал сейчас, что... Это он чувствует хорошо, походу. Мощно выглядит Liquid. Дейдалус пошел. Криты пошли. Все верно. У нас был сегодня с тобой такой хороший, серьезный каст, и мы взяли все и заруинили. В смысле? Одной песней. Ну надо чуть-чуть настроение себе поднять. Чуть-чуть. У тебя плохое настроение? У меня с утра было не очень. Не очень? Сейчас стало лучше. А у меня все замечательно было с утра. После первого поражения ВВП было не очень настроение. Сейчас поднялось. И настроение пошло. Хватит. Родофатас появляется у инвокера. Выход на тир-2. У нас от ликвидов. Куро. Очень хорошие варды стоят у ликвидов. И на линии вард хороший перед тауэром и за тауэром. Осталось только варды на тауэр поставить. Скоро будут, я думаю, только от расты. Варды на тауэр. Джаш пытается кого-то найти. Ночь заканчивается. Но на хайграунд, наверное, не стоит идти. Около 10 тысяч преимуществ. Это замечательно. Можно фармануть Рошана, убить Шрайн на ботме. Если не ошибаюсь, он все еще стоит. Рошанчик пошел. Но это рано или поздно произойдет, так по пути, на отходе. Санстрайк, Куро. Пойдет драться сюда. Я думаю, просто так секреты не будут отдавать этого Рошана. Да, стягивается сюда уже MP, стягивается сюда уже PP, позадувать тогда, но... Там инвокера убили. Миракл убил инвокера. А без инвокера лучше они бежать никуда назад. Не пойдут. Конечно. Они точно никуда не пойдут. Это основной персонаж, чтобы подраться на Рошане. У Мидвана, конечно, итемов просто нету. Просто нету итемов никаких. Джаш.
ломают варды вражеские. Можно вот теперь пойти подавить мидл. 30 секунд, еще нет инвокера. Есть Аегис. И самое главное, что на миде нет таура, который они успешно забрали там пару минут назад. Вардов, конечно, расти не хватает. ТП от пака на ботом. Решили продавить сначала Т2, хотя это, наверное, правильно. Забрать шрайн, продавить Т2 на ботами на топе. И после этого уже заходить на хайграунд. Свой шрайн отопьют. Пойдут по низу, попушат. Заберут нижний шрайн, еще денег это заработают. Все ресурсы с карты будут забирать. Ну что, куда им спешить? У них преимущество отличное. Уже 10 тысяч по золоту ведут, 15 тысяч по XP. Очень круто прижали они секретов к базе. Поэтому просто только наращивать свое золото, опытное преимущество. Просто жир себе набивать. В принципе, чем они занимаются? Бэтрайдера зацепили Миракла. Попытки его очень быстро зафокусить. Допрыгнет ли он до крипа? Он нажимает рейдж, начинает отъедаться от Ябзора. Есть хукшот. Миракл крипа в мидлана. Ой, в майнд-контрол, извиняюсь, запрыгнул. И уходите отсюда. Да. А Матума пришел сюда грызть. Говорит, я уходить не хочу. Да никто уходить не хочет, это просто спасли Миракл. Сейчас на развороте второй волной просто вгрызают. Мидван. Ушел. Но МП лучше так спину не бить, даже под блокинг-баром. Просто тауэр лучше забрать, ребята. В принципе, чем они будут заниматься? Катс. И Дайр Курьер где-то умер. А где-то умер. Ну ладно, где-то умер. Ну что, на мидл пойдут? Или Миркл с таким ХП не пойдет? У него 10 секунд инфеста. Я думаю, вряд ли он будет большого крипа трогать. Сейчас подождет, пока у него откроется инфест, залезет с него. МП. Становится фулл ХП. Может быть, будет хекс какой-то, Матумба зашел, начинает грызаться, получает роду фата, срываться на него никто не хочет, заткнули сайлансом инвокера, ставятся варды, ну и Матумба не прочь, наверное, бараки бы покушать, но решил отойти, хотя вот сейчас грызается в МП, БКБ по-прежнему не нажимает, потому что у него Аегис, вот дропнули Аегис, но он ультимейт уже прожал. Блокенбар 25 секунд еще. Миркл очень отъедается, толстый. Пошел хукшот от Ябзора, затыкает его сайленсом, чтобы ни в коем случае не поставил Коги. Зацепили в лосо, ставится хороший дримкоил, ворвет сюда пак, но мне кажется, Матумба здесь погибнет. Да, Матумба погибает, Бэтрайдера, конечно, забрали, но при этом есть шанс не уйти еще и у Джаш. Нечем сбивать. Инвокер все скиллы в кулдауне. А вот пак. Торнадо, заевейдил. У пака 11 стиков. Подожди, там надо дагера вот это делать, гем вообще дропать никак не хочется. Майн-контрол сбил себе телепорт. Поэтому сейчас будут ловить. В обратную сторону. Ну, времени сейчас выигрывает огромное количество. Да. Миракл. Отбежал. Он барак милишный изгрыз, если что, за это время. Да, пока там бегали все. А Миракл просто взял и съел. Короче, дэмэджа хватает, а так спид хороший. Очень хорошо карту видит Миракл. Съедается от эншентов. Нет желания уходить на базу, регениться. Зачем? С маной все в порядке, потом еще кинет ванды и откушается. Вот с МП единственная проблема у Liquid, что он ходит, танкует и пробить не возможно. А сейчас вот с Миракла как раз появляется неплохой артефакт, чтобы МП пробивать. И сейчас Дейдалус и Monkey King Bar, потому что все-таки вороты. Solar Crest он дает нормально выживаемости и по армору, и по миссам. Нет, Меркл в Керас сейчас будет уходить. Смачок у нас от ликвидов. Да, сейчас попытаются нагнать, но я думаю, сейчас все будут кастовать телепорты. Майн-контрол. Я думаю, будут догонять. МП. А, не угадали. Не угадали просто. Ну, вард зато разбили. Хороший вард, который поставили сейчас только тем секрет свеженький совсем. Сейчас тревела откроется. Через 10 секунд, я думаю, вряд ли будет Миркл из майн-контрола выходить. Зачем? Да, вниз телепорт. Можно допушить Т2. А Меркл перевез во вражеский лес. Даже, наверное, себя перевел во вражеский лес, а Меркл линию продолжает пушить. Тир 2, надо последний. Мне же старание снести, там буквально 153 хп. Сейчас Меркл подойдет, пару ударов сделает и все. Табюр Джоу крипа. Бэкдор протекшн не отключается.
падает последнее внешнее строение. Что, что-то надо придумывать. Айгаса нету, на рампу, конечно, лезть не хочется, но... 16 тысяч преимущества у Liquid. Пушить против котла — такое себе занятие, мы все это прекрасно понимаем. Тяжеловато, конечно. Тем более с этими паучками и так далее. Это еще и такой подкорм, скажем так. Жди задувка котла там. Тонна денег. Ну, через варды расты можно пробовать. Там сейчас появится кираса у лайфстиллера. Арморчик не будет у вышек у бараков. Будет намного проще. Да они просто не спешат. Но... Так а зачем спешить? 18 тысяч преимущества, ты да. Сейчас еще 1008 нафармишь и райт-кликом все снесешь. Да, секреты сидят на базе, ты фармишь всю карту, всех эншентов, все леса. А у секретов фармит только там инвокер, да. А у инвокера, ты посмотри, как все плохо. 12 тысяч нетворса. Меньше, чем у пака. Он даже аганимы стал собирать. У него был в квикбай аганим, он его отменил, чтобы собрать сайленс. А там этот сайленс уже на самом деле помогать не будет, потому что там линкет сферы уже появились. У Найсталкера лотус есть. Поэтому... Так, Шаду Шаман, давай, 15 уровень, 35 экспы берешь, и до 20 плюс 4 варда, там аганим, там рефрешер, и соляного. Ну, ты что-то... Это соляра! Затянул ты немного игру эту, я не уверен, что это... Ну, а вдруг? ...продлится так долго. Ну, может быть, конечно, если сейчас Liquid совершат какую-то ошибку при заходе на хайграунд, то Secret вернутся немного в игру, получит время и пространство для фарма. Гост покупает котл. Просто на всех линиях не дают крипам очень далеко уйти у нас Liquid. Так правильно. Тут уже 19 тысяч. 2 тысячи получили из ниоткуда. Ну да, посмотри, какие красивые варды стоят. Просто на всех линиях. Кого-то убить, секретам нужно смог юзать. На своей базе глубоко где-то. И выходить, и вот ловить такую, такого шаду шамана или там кого-либо. Просто все фармят. Фармят очень круто. Вот эту всю территорию выфармливают. Тебя не видно, да? Нет. Сорян. Я понял, что всю. Всю. Территорию всю. Выфармливают, да? Full map. Потом шаман получил 15-й, 35% экспириенса. И ну теперь все. Быстренько апаться до 25-го. До 20-го. Там и до 25-го. Рефрешер. Ну, это, видите, та игра самая. Это 200 минут. Да нет. Ну что ты наговариваешь? У меня-то чуйки на такие игры. Я-то знаю, что это не она. Ты скажешь, да, когда это будет? Я просто выйду. Никуда ты не выйдешь. Будешь сидеть и работать. Сам подписался со мной комментировать. Вот и... Ладно. Я решил попробовать. В смоке. Пытаются кого-то найти. Нашли Куру. Но Кура здесь погибнет, конечно. Нет, ты паут при клокерке. Редко получается сделать. Ну вот, как раз о чем я и говорил. Ты поставил, а зачем? Единственный, какой килл ты можешь сделать, это вот... В спаке. А зачем было ставить варды? Это же под фаром лишний. Ну, стоит МП и бьет их, они ему ничего не наносят. А почему не отдать МП еще 3 сотки? Не знаю, обычно стараются врагу не отдавать денег. А тут 3 сотни, пожалуйста. Нестандартная игра, да? Классическая нестандартная игра. Не, ну, может, я поставлю варды, они будут отвлекаться на варды, а там мои ребята подпушат низ. Но нет. Просто нафидел и с собой вардами. Матумба. Что планирует фармить? Тоже доедалось, походу. Собрал себе кристаллис. Ну, либо это будет Блоторн. Блоторн, мне кажется, будет. Да, вот он летит, он уже да, не заметил я в курьере. Блоторн намного интереснее смотрится. Очень много критов будет. Если на кого-то наложит этот Блоторн и еще лайфстиллер сверху будет бить, там криты каждый удар будут. Ну и МКБ скоро появится после кирас. Да, забирают Рошана, есть сырок. И вот сейчас Liquid уже могут пойти. Дождаться вардов Шадо Шамана. Как раз таки появляется аганим у него. Ура, несмотря на все, еще и аганим смог выформить. 22 тысячи преимущества. Все растет. Зацепили, Миракла потащили, Шивы есть, затащили на хайграунд, еще один форстаф оказывается очень глубоко.
Ну, расстреливают Миракл. Он нажимает рейдж, пытается сесть пупе, тот уходит моментально в гост. Миракл пока живет. Миракл выживает. Слушай, нет, дропнули Аиги все-таки. Еле живой здесь остается МП, но живой. Встает лайфстиллер с Беллинку. Ну и на этом как бы все. Ну, много ресурсов потратили. Аиги сбили. Ну, лассо потратили. Лассо потратили. Лассо — это, наверное, самый важный спелл, при котором можно убивать кого-либо. Да, сейчас можно подниматься на хайграунд, ставить варды. Варды и... есть, да. С аганимом варды. Хоть и второго уровня, но все равно. Варды с аганимом — это и есть варды с аганимом. Пытается МП их поломать. Миракл наполучал. Есть хекс. Пошел Родофатос. Надо отойти. Надо отойти. Есть хукшот. Пошел врыв. Попытка зафокусить Миракла. Его убивают. Джаш пытается просто отсюда убежать. Матумба нажимает блокинг бар и убегает. Слушай, задефались. Порешал на самом деле Орхид на инвокере. Очень сильно порешал. Как раз Сайленс был на Миракла. И за счет этого убили его. Так бы он рейдж включил бы. Там вандейм еще отжирался бы. Неплохо. Неплохо секреты. Да. Отыгрались, есть минутка пофармить. Там, конечно, вышка почти пала за счет вардов. Но почти это не пало. Ну, не 22 тысячи, а 19 теперь. Ну все, я тягу, в рефрешер надо выходить. Без рефрешера некуда. И 20 уровень. Без рефрешера не работает ведь. Да хватит приставать. Вот, видишь, урон. Он фарм ударился. Он знает. Надо медасик было купить. И медас не надо было. Зачем медас? У него и так 35 XP. А вот... Так золото. Да, 2000 лишний потратишь, это уже персеверенс. Не нужно. Ладно, не могу спорить с аналитиком. Конечно. Пытались зацепить пака. На топе. Гейм нельзя терять. Сайленс. Хукшот не дотянулся. Не попадает хукшотом. Больно паку. Но я думаю, выживет как-то. Да выживет, да выживет. Если попал бы клокверк, это на самом деле был бы очень удачный улов. Да, дроп гем. Гемба выбили бы. Да и паку убили. Большого левела 21-го. Пак скоро будет 25-го. И тут в лейтуху уходим на 200 минут. 420. Все, ладно, молчу. Не смотри так на меня. Не знаю, почему ты пытаешься постоянно затянуть игру. Я не против, конечно. Может быть, я завидую твоим долгим играм. Да, скорее всего, так и есть. Ну, никто тебе не запрещает приходить на них. И смотреть рядом смотреть, с тобой. Да. Участвовать, как минимум. Можешь сбоку комментарий. А я что сейчас? Миракл. Поднялся на хайграунд. Надо быть аккуратнее, чтобы не зацепили в лассо. Отошел подальше, есть в нем линка. Нет, все так просто. Под линкой сферой нормально зашел, да, чтобы да, на него. Да. Там дабл-дэмэдж не накинули, чтобы его не вытащили. Ну, сейчас скоро будет ставить варды, я думаю. Да, надо просто лотус накладывать. И лотус. Хукшот. Зацепили Куро. Надо, наверное, поставить варды. Все-таки заткнули его сайленсом. Ничего он поставить не может. Сдули Куро. И обзор. Уходит на хайграунд. Зацепили Матумбу. Успеет ли нажать БКБ и начать вгрызаться? Начинает вгрызаться еще и под ультимейтом. Матумба моментально фуловый. Сгрыз первого. Ну и переключаться на бараки. Переключаться на бараки. МП им здесь, наверное, не взять. Миракл подгрыз бараки. Получает войд МП. И отбегать. Сгрызть бараки не получилось. Да, и по ходу сомнений милишный барак. Он будет регениться рано или поздно. Поэтому Миракл пошел на барак. Сильно под грызет. Под рейджом. Ну, слушай, Миракл тоже пробивают. Но сгрыз. Все, самое важное, что сгрыз. А пак Сайленс. Приходится из него выпрыгивать. Миракл убегает. Пак, торнадо. Не попадает. И разбегаются. Разбегаются. Добьют еще и рейнджовый барак, наверное. А в это время на топе Матумба. Да, в это время на топе Матумба просто сгрыз сторону. Это мега крипы, я тебе могу сказать. Джаш, очень круто жив, развели. Миракл, ванды пошли. Вгрызается под линкой, МП очень неприятно. Приходится его сейвить форстафом, ставить скоки. Они не достают до Миракла. Есть хукшот, неплохо. Ну, Миракл, наверное, здесь погибнет. Поиграет, конечно, еще армлетом. Пошел лотус, дримкоил по двоим, неплохо. Запрыгивает сюда Петрайдер, его заткнули моментально сайленсом. Торнадо попадает по Миракл, приземляется, нажимает рейдж и бежать. Как же разводят по драке? Просто жестко ликвиды. Они везде дерутся, на всей карте. Пока дерутся, пока там разводят, бараки сносят. Варды. Есть форстаф, Матумба вгрызается в пупе. Пошел плевок, но спрятали в глиммер. И МП сейчас Шивой зацепил Матумбу. Кура отбегает, будет ли еще какой-то хекс. Пошел сырок, Матумба, слишком много урона получал.
и погибает. Кура отсюда тоже не уйдет. Но в любом случае преимущество уже 26 тысяч. Но это мега-крипы. Мега-крипы — это самое важное. Где-то я это видел. Огоним на инвокере. И в тоже рефрешер уходит. В лайтушечку. А вот, смотри, первый персеверинс в шадов шамана. Это вот потом они зайдут, нафармят рефреша, заберут Рошана и поставят две пачки на барак, на трон, и все снесет. Скрин. Пошел спам. Скрин. Хорошо. Так уже... Сейчас надо просто идти фармить леса, докупать айтемы. Вот сейчас МКБ на лайфстиллера. Как раз примерно 30 тысяч вчера было преимущество. Это повтор? Надеюсь, что нет. Пифтор? Ну, да. 15 армора берет лайфстиллер. Говорит, с руки вам меня не пробить. Котл против мега-крипов. Звучит как хороший план. Рошана. Чуть больше минутки. Рошана. Ну, там узнаем, когда он появится. Ну, его надо забирать. Шаеги, сыр очередной. Или секрет. И так очень тяжело ликвидов пробивают в драке. А под Аегисом там будет, мне кажется, нереально это сделать. Руны Низа. Не, ну в любом случае, тиски работают, мега-крипы жмут все стороны. Ликвид останется только выбрать, откуда зайти. Руны иллюзий. Сейчас частенько команды стали играть против мега-крипов, вообще не обращая на это внимания. Ну, на самом деле, против мега-крипов можно играть, но определенными героями. Здесь этих героев я не вижу. Их просто нет здесь. Да, можно там на инвокере собрать Майлштром. Можно на Бристлбейке собрать тоже. Но все равно это зацепили. Не те герои. Попытка зафокусить лайфстиллера. Минус лайфстиллер. 100 секунд его не будет. И вот сейчас самое время идти и давить. Трон! Трон? Нет, не в трон. До трона вряд ли за 100 секунд доберешься ты против мега-крипов. Еще и надо Т2 поломать, там фортификейшн. 3 минуты до Рошана. О, максимальный Рошан. Минус 666 получили ликвиды за смерть лайфстиллера. 25 тысяч преимуществ, 43 минуты, 22-19. Секреты ведут в этом матче еще. Но мега-крипы. Но мега-крипы. Одно маленькое но. Все, что до но, это не имеет значения. Это правда. Хексупака, гемлинка. Вроде как все неплохо. Так. Главное отсюда уйти. Ой, башек. Пак аут. Ушел. Хукшот. Гем аут. Так. Смотри на шаду шамана. Ну там рефрешер будет появляться. Смотри, 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 там уже второй персеверс. Отлично. Две пачки вардов. И 19 уровень. Хорошо. 28 вардов. Выиграют эту игру. Ты как заскринил же, да? Я раз заскринил. Давай. А если проиграют эту игру? Что ты делаешь? Что я делаю? Что-нибудь. Что-нибудь делаю. Хорошо. Пойду поем. К океану еще прогуляйся. Пойду поем у океана. Что-то ликвиды начинают подфиживать. Меня это пугает, Виктор. 44-я минута игры уже идет. У тебя чуйка не появилась по поводу игры? Не-не-не, еще рано. Так ой, 45-я минута. Ничего не предвещает беды. Да, это early game. Это early game. Он. Сейчас переходим в мид медленно. Дофармливаем артефакты первой стадии, я их называю. Ключевые артефакты? Первой стадии, да. Потом будем собирать артефакты второй стадии. Так, я буду следить за шаду шамана. Ну хорошо, следи. А я буду следить за всеми. Вот Miracle фармит эншентов вражеских. Ну, причем стаки даже. Сейчас у него появится Муншард.
бешеная так спит. Episode Blade появляется у Бристлбека. Найтсталкер апнул себе 20 уровень. А вот Mind Control все до 25 никак не доберется. Вот тут-то ГПМ пойдет. Надо паучку было на пуш играть. Плюс 225 хп каждому паучеля. Там две пачки вардов. Супер пачка пауков. Не крачи. Все на трон. И... Отлично. Пайп обязательно. Но если тернул Энви нет, то пайп не собирается. Энви, кстати, гарантировал себе выход уже. Это пайп. На мейн-эвент. Это пайп. Это просто пайп. Рефрешер появляется на Shadow Shaman. Человек хайп, человек антихайп и человек пайп. Ну все. Все? Да нет. Все, смотри, они забрали Аикс, сыр, все дела, две пачки вардов с Аганиум, 20 уровень на Shadow Shaman, и они идут заканчивать игру. Виктор, все, это аналитика, все продумано. Хорошо, смотрим. Матумба. Смотри. И задувочка. Бурда под этой аурой, это линка висит, я так понимаю, на иллюзии. Скорее сюда, Mind Control запрыгнул, попытка за Фокс ТМП, моментально на него лоту, ставится Дримкойл по двоим. Ну и Паку, наверное, тут лучше отойти. Miracle. Раз. Надо вторую пачку ставить. Ставится. И надо МП, наверное, убить. Пошел Бладторн. Варды. Очень много урона наносит. Miracle добрался до Ябзора. Проходит башек. И Ябзор. Эбисал Блейд на голову. Схватил его Бэтрайдер. Дотащить бы его еще до фонтана. Но, по-моему, и так справляются. Да, погибает Miracle. Но это только дроп Аегиса. А Варды сейчас переключится на трон. МП еле живой выбирается. Варды просто уничтожают трон. Это жесть. Что за армия змей? Ты скринил, да? В тот раз? Не было. Скринил. Не было? Нет. Ладно. Потом фрапс пересмотрю. Пересмотри этот реплей обязательно. Хорошо. Ну что, переиграли Liquid. Большие молодцы. Дождались необходимых айтемов, скиллов, я бы даже сказал. Зашли и закончили игру. Очень. Уверенно. Да контролировали игру, на самом деле, с первых минут Team Liquid. Все очень круто, начиная с этого бурды в миде против Мидвана. Выключили плеймейкер вражеской команды, а это самое главное, потому что Мидван, он, наверное, самый опасный игрок, да, вот вместе там с Хибзором в этом коллективе. Поэтому если ты